Здравствуйте! На телеканале «Эфир-24» новости экономики Татарстана. С вами Лариса Исламова. Сегодня в выпуске. Депутаты внесли изменения в бюджет города на 2014-2016 годы. Дорогу от Челнов до аэропорта Бегишева отремонтируют. На Зеленодольском заводе состоялась закладка малого ракетного корабля «Орехово-Зуево». Узнать кадастровую стоимость своей земли можно, не выходя из дома. На очередном заседании Казгордумы депутаты внесли изменения в бюджет города на 2014-2016 годы. Бюджет города по доходам составляет 17,7 миллиарда рублей, по расходам 18,9 миллиона рублей. Согласно поправкам, почти 70 миллионов рублей направят на капитальный ремонт дорог, 20 миллионов рублей на погашение задолженности по судебным искам, 19,5 миллионов на озеленение и содержание систем полива, еще 2,5 миллиона рублей на компенсацию части процентной ставки субъектам малого и среднего предпринимательства. На переселение граждан из аварийного жилого фонда потратят 122,5 миллиона рублей. 7 миллионов рублей, поступивших из бюджета Республики Татарстан, пойдут на проведение погрузочно-разгрузочных работ и транспортировку изъятого и горного оборудования. На Зеленодольском заводе имени Горького прошла торжественная церемония закладки 7-го малого ракетного корабля проекта 21-631. Судно получило название «Орехово-Зуево». Многоцелевые корабли класса «Река-море» строятся заводом с 2010 года. Они состоят на вооружении военно-морского флота России для охраны и защиты экономической зоны государства. Корабли оснащены современным артиллерийским, противодиверсионным, зенитным, ракетным и радиотехническим вооружением. В прошлом году два подобных корабля успешно прошли государственные испытания. Дорогу от Челнов до аэропорта Бегишева отремонтируют. На это потребуется 480 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Автограда Василь Шихразиев. По его словам, ремонт дороги пройдет до поселка ГЭС, включая мостовую часть в поселке Сидоровка над трассой М7. Вести работы будут две крупнейшие республиканские дорожные компании. Крайний срок их выполнения – начало осени. Кроме того, Шихразиев отметил, что 1,2 миллиарда рублей, выделенные из республиканского бюджета, пойдут на строительство трамвайной линии, моста на элеваторную гору, внутри поселковых дорог, а также ямочный ремонт. Узнать кадастровую стоимость своей земли можно, не выходя из дома, сообщает пресс-служба управления Росреестра по РТ. Сделать это можно на сайте ведомства ту16.росреестр.ру. Для этого следует указать всего один из критериев поиска – кадастровый номер, устаревший номер или адрес земельного участка. При этом возможно получить данные не только своего, но и любого интересующего надела. В случае несогласия с суммой можно обратиться в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, созданной при управлении Росреестра по Татарстану. Это были новости экономики Татарстана на телеканале «Эфир-24». До встречи!